Из градов по жилым домам. Боевики обстреляли из реактивной артиллерии поселок Новолуганск. Это произошло буквально 3 часа назад. Ранены 4 мирных жителей. 2 женщины и 2 мужчин. Один из них сейчас в тяжелом состоянии. Его оперируют. Снаряды попали в детский сад. Общежитие, 3 жилых дома сгорели. Еще 20 повреждены. Перебиты линии электропередач. Есть вероятность 2-го удара. Поэтому людей перевели в укрытие. Ситуация обострилась по всей линии соприкосновения. Противник все активнее использует запрещенное Минск. Оружие. На Светлодарской дуге в ход идут минометы крупного калибра и бронетехника. Больше 2 часов из тяжелых орудий боевики обстреливали украинские позиции в Песках. Под минометный огонь попали также бойцы в районе Авдеевки и Водянова.